Здравствуйте, меня зовут Валерия Белоус, и сейчас все о самых интересных культурных событиях на ближайшие дни. 28 и 29 апреля в Театре молодежи состоится премьера драмы «Завтра была война». Спектакль рассказывает об учениках 9 Б-класса, об их взрослении и становлении личности, о дружбе, любви, первом серьезном нравственном выборе и противостоянии системе. Все это происходит накануне Великой Отечественной войны. А в Доме профсоюза в пятницу дают ретро-шоу «Легенды Виа 70-х-80-х». Вневременные хиты исполнят легендарные экс-участники коллективов «Синяя птица», «Веселые ребята», «Интеграл» и многие другие. Приморская государственная картинная галерея проводит творческую встречу с художником Лидией Казьминой, автором выставки «Песни сирен». В мероприятии примут участие художники, искусствоведы, журналисты и литераторы. А в Пушкинском театре с 27 по 30 апреля пройдет открытый краевой конкурс инструментального мастерства «Мой день» в рамках проекта «Студенческая весна». Вход свободный. Литературный вечер состоится в эту субботу в библиотеке имени Горького. Опытные участники ораторского клуба выступят с обзорами книг Джорджа Оруэлла, Стивена Кинга, Евгения Миронова и многих других. Стоимость билетов – 300 рублей. А в Дальневосточном государственном институте искусств пройдет концерт в честь 80-летия Беллы Ахмадулиной от студентов вторых, третьих и четвертых курсов. Концертмейстеры – лауреаты международных конкурсов Наталья Корнович и Александра Николаева. Вход свободный. В главном корпусе музея Арсеньева новая выставка. Свои работы представляет известный фотограф и балетный критик Нина Николаевна Алаверт. Некоторые фотографии мастера, которого называют фотолетописцем русской культуры за рубежом, зрители увидят впервые. Выставка показывает, как пересекались пути и судьбы русских иммигрантов разных поколений. Проект подготовлен при поддержке Генерального консульства США во Владивостоке. Возрастная категория от 18 лет. В Большом ГУМе яркий весенний маркет, а в молодежной библиотеке БУК турнир по ораторскому искусству. Пройдет он в двух номинациях – подготовленные выступления и ораторские поединки. Вход свободный. 1 мая на Центральной площади Владивостока развернется праздничная программа «Душа поет, встречая 1 май». Помимо этого, традиционной частью празднования станет первомайское шествие. Заявки на участие уже подали более 20 тысяч приморцев. На этом пока все. Увидимся на культурных площадках города и до встречи на 8.